Динамика потребительских расходов россиян сохранилась на том же уровне на предыдущей неделе. Как отмечают эксперты, уменьшение случаев заболеваемости COVID-19 и начало вакцинации будут способствовать увеличению спроса на товары и услуги. Ситуация по основным направлениям практически не изменились. Товарная розница находится в плюсе, сектор услуг – в минусе. Интересно, что при этом количество офлайн магазинов сокращается, а сервисные точки открываются. Подробнее читайте в наших новостях.